Добрый день, дорогие друзья, розоводы, розолюбы. Вы на канале у Тамары. Сегодня хочу вам показать свою розу. Розу казино. Плетистая роза. Это первое ее цветение. И, по-видимому, уже не последнее. Потому что у нее будет еще второе. Но такое обильное уже не будет, как первое. Все, роза отцветает. Отцветает. Посмотрите, какой куст. Отойду, покажу издалека. Вот такой куст. Это я сейчас сорвала уже отцветшие, чтобы придать красивый вид розе. Роза казино. Высота ее 1,60 м. Вот сегодня 10 июня 23 год. Эта роза другая сюда вписалась. Вот такая роза. Сейчас покажу ее со всех сторон. Светлые бутоны это уже выцвели на солнце и отцветают. Держит цветок. Вот она начала распускаться где-то в начале месяца. Вот как любят ее жуки. Вот они. Начала распускаться где-то числа, может, 2-3. Вот неделю роза стоит. Но потихоньку отцветает. Вот уже отцветший цветок. Посмотрите. Роза казино. Казино. Вот такая обильная роза. Высота 1,60 м. Ширина в одну сторону. Ну, 1,30 м, 1,50 м даже, может быть, и будет. В другую сторону 1-1,20 м. Вот такая казино. Листья темно-зеленые, устойчиво к болезням, к дождю, к солнцу. На солнце лепестки не запекаются. Они вот больше просто отцветают. Значит, держит цветок, ну, неделю, конечно, и больше будет, потому что вот смотрите, одни отцветают, а бутончики распускаются. Так что цветы на розе будут еще продолжать находиться. Не осыпаться, а распускаться с бутонов. Вот такая огромная роза. Не столько огромная, сколько обильная. Обильнейшая. Роза казино. Так, сказать про запах. Ну, сейчас уже день, запаха не слышу, но если он и присутствует, то не сильный. Не сильно эта роза пахнет, ну, для меня во всяком случае. И вообще все розы пахнут только с утра у нас. Вот такая роза казино. Ну-ка, сейчас еще отойду в другую сторону. Вот такая роза. Плетистая роза. Казино. В этой розе только все плюсы. Рекомендую. Да, 20 дней держать цветок не будет, но до 10 это хорошо. Вот рядом покажу розу. Роза Парад. Посмотрите, какая обильная роза Парад. Высота 1,80 м. А может и больше. Вот такая роза. В этом году у нас были сильные дожди. Апрель, май, дожди. Поэтому розы все вымахали. Высокие. А только начало сезона. Только 10 июня. Они уже вот такие. Так что им не хватало воды. В прошлом году. А может это уже с возрастом. Вот такая роза. Отойду дальше. Это роза Парад. Вот такой Парад. А это роза Казино. Вот такие мои две плетистые розы. Да пока только две. Дальше вдалеке вы видите красную розу Симпати. Это роза Парад. Устойчиво к болезням, к дождям. Вот так она выросла. Этой розе 3 года.
так же, как и казино. 3 полных года. 3 полных года. Ну вот и все, дорогие друзья. Рекомендую вам эти 2 розы плетистые. Очень замечательные. Всего вам доброго. Здоровья вам и вашим цветам.